Через сколько дней после цветения созревает клубника? Урожай клубники – ожидаемое огородниками явление. Каждый день любители сладкоежки зачеркивают на календаре еще один день, дожидаясь, когда же созреет клубника. В сегодняшней аудиостатье мы детальнее рассмотрим, через сколько дней после цветения созревает клубника, и ответим на популярные вопросы о ее развитии. Срок плодоношения клубники зависит от выбранного сорта. К примеру, ремонтантная клубника зреет круглый год, а вот обычная – в зависимости от климатических условий региона выращивания. В целом, с момента посадки и до периода созревания проходит около 8 недель. После цветения же и до плодоношения клубника созревает за 4-5 недель. Обратите внимание на погодные условия и качество ухода, влияющие на плодоношение. Дополнительная стимуляция плодоношения и защитные обработки необходимы в данный период как никогда. Как ускорить плодоношение клубники? Очищать грядку от сорняков, рыхлить зону между рядами, за 7 дней до плодоношения подкормить азотом, в период цветения удобрять калийно-фосфорными удобрениями, регулярно поливать, защищать от птиц и грызунов, притенять от прямых солнечных лучей. Через сколько дней после плодоношения можно сажать клубнику? Огородникам после первого триумфального сбора урожая не терпится повторить посадку. Возникает вопрос, через сколько дней после сбора урожая можно заново высадить клубнику? Поскольку ремонтантная клубника созревает регулярно, ее мы не рассматриваем. Другие сорта клубники нуждаются в определенных циклах. К примеру, выращивать клубнику на одной и той же грядке либо территории можно только через 4 года после посадки. Необходимо подобрать подходящую почвенную смесь для выращивания ягоды. Какая же почвенная смесь подойдет клубнике? Умеренно тяжелая и рыхленая. Как удобрить то, что имеем? Суглинистую почву можно удобрять. Торфяную почву хорошо разбавляем песком. Глинистую почву удобряем питательными веществами и песком. Песчаную почву подкармливаем питательными компонентами. Методы посадки и размножения клубники. После первого урожая возникает вопрос, каким методом посадки пользоваться для выращивания клубники. Можно заново высадить ягоду семенами, но ждать придется все равно долго. Другие методы размножения клубники – отводками, телением куста. Выбрав один из представленных методов, можно заметно сократить затраты усилий, средств и времени на посадку клубники в почвенную смесь. Через же сколько дней клубника созреет? Созревание наступит примерно на 20-22 день с момента посадки, в зависимости от погодных условий в регионах. Какой сорт клубники выбрать? Для дачного плодоношения выбираются определенные сорта клубники. Стоит остановить свое внимание на следующих. Кардинал, рубиновый кулон, тотем, холидей. Ягоды этих четырех сортов созревают практически в одно и то же время, поэтому их можно высаживать вместе. Вес одной ягодки от 30 до 60 грамм, а самый мелкий 15 грамм. Можно использовать в личных рецептах на продажу и радовать себя и свою семью свежим урожаем клубники. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудиостатью. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал TooNature Info на YouTube и переходите на сайт TooNature Info. Читайте, комментируйте и делитесь статьями.